Задача номер два. Телевизор у Васи сломался и показывает только один случайный канал. Вася включает телевизор. В это время по 20 каналам из 40 показывают кинокомедии. Найдите вероятность того, что Вася попадет на канал, где комедия не идет. Значит, 20 каналов из 40, там идут комедии. Вы должны обыграть эти числа. 40 каналов. 20 каналов идут комедии. И 20 каналов не идут. Значит, нам нужно вероятность того, что Вася попал на канал, где комедия не идет. Значит, благоприятные события – это последние 20 каналов. Далее, всего 40, благоприятных 20. Делим 20 на 40 и получаем 1/2. То есть 0,5. 50.